Добрый день, дорогие подписчики моего канала, с вами я, D104, который болеет за ЛДПР. Да, ребят, это реклама, я продался, но, если честно говоря, просто так для прикола я делаю эту майку, потому что больше чисток у меня сейчас нет. Сегодня у нас опять карта рейтинг предикшн, и сегодня мы предсказываем рейтинг трех игроков. Я опять выбрал комментарий, который вы сейчас видите вот здесь. И сегодня у нас в выпуске Жервиньо и Барба и Нубия. Лучшие троицы в FIFA 15. Начнем с Жервиньо. В 2014-2015 сезоне забил 9 голов, отдал 6 голевых передач, сыграл очень много матчей, помогал своей сборной, но все-таки показатель этот не сильно хорош, но это один из главных лидеров команды Рома, и он держит за собой левый фланг. И мне кажется, то, что в FIFA 16 его рейтинг будет 82. Пейс не буду трогать, дриблинг увеличит на 1 единицу, удары увеличит на 2 единицы, дефа я не трогал, пасы такими же и оставят, а физические показатели его увеличат на 2 единицы. Будет очень хороший игрок, и опять же его, скорее всего, будут часто ставить на левый фланг в серии А. Ну и давайте перейдем к Ибарба. Этот игрок нас раздражает еще с FIFA 14, когда им можно было пройти, ну, у кого угодно. Он и головастый, и очень сильно быстро бегает, то есть у него есть все, что нужно так-то для игрока FIFA 15. Но в прошлом сезоне он забил всего лишь 2 гола и отдал 5 голевых передач. Первоначально его карточка была за Болонью с рейтингом 75, потом он перешел в Рому, где у него карточка стала на правом фланге. Ну, то есть вингером он стал, а в итоге потом в зимнее трансферное окно его карточку апнули до рейтинга 78, только я не понимаю за что. Статистика у него так-то не ахти. Я считаю то, что нет у него информ карточек, нет тос карточек. Я думаю то, что ему все-таки FIFA 16 сделают рейтинг 76. Пейс не буду трогать, дриблинг уменьшит на 2 единицы, удары уменьшит на 5 единиц, так как 2 гола забить всего лишь за сезон, это очень мало. Деф не трогал, пасы уменьшит на 1 единицу, и физические показатели увеличат на 1 единицу. То есть останется, можно сказать, тот же самый игрок, которым можно будет рвать пуканы с ваших соперников. Ну и переходим к нашему любимчику Думбии. Человек, который рвал все пуканы, просто делал все, что можно, и заменял нам дорогого Лионеля Месси в FIFA 15. Думбия просто наводил страх на оборону соперников, потому что они не могли за ним угнаться. В прошлом сезоне он забил 14 голов, из которых было 2 с пенальти, то есть результат, в принципе, неплохой. Но если учитывать то, что за одну половину сезона он забил только 2 гола, а за первую половину сезона он забил как раз все остальные 12 голов. В принципе, сезон провел неплохо, но если бы вторую половину он провел бы так же, как и первую. Ну а так, мне кажется, его рейтинг потом скажу вам. Потому что я забыл сказать, какие карточки он получал. Получал он карточку с рейтингом 82 за ЦСКА, которая была в самом начале FIFA. Потом он получил карточку 82 с Ромой. И в итоге получил карточку с рейтингом 84, которая выглядит всех страшнее, наверное, в FIFA. И которую часто сейчас используют. Опять же, не надо вам объяснять, мне кажется, за что ему дали карточку с рейтингом 84. Ну а в FIFA 16, мне кажется, его рейтинг будет 81. Скорости не буду трогать, дриблинг понизит на 1 единицу, удары понизит на 1 единицу, деф я не трогал, пасы увеличит на 1 единицу, и физические показатели увеличит на 2 единицы. То есть карточка опять же останется такой же хорошей. И вот эта троица, которая сегодня была, она останется такой же годной, как и в прошлых версиях FIFA. Ну а с вами был я, D104. Предлагайте ваших игроков в комментарии. Я, конечно же, сразу же буду выбирать самое лучшее. Скоро я уезжаю, так что, ну, я уезжаю на неделю, так что мне нужно будет сделать видео наперед. Так что я, скорее всего, из этого видео сделаю 2 видео. То есть возьму 2 комментария. Ну, здесь уже точно все. Так что с вами был я, D104. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой канал на Ютубе, ставьте лайки, все. Всем спасибо, пока. И голосуйте за ЛДПР. Йоу! Теперь это действительно вратари нового поколения.